Тобой.
Иисус, Иисус, будь со мной, ты будь со мной.
Аллилуйя, мир и спокойствие, Господь, Ты даришь нам. Аллилуйя, Господь. Аллилуйя, мы благодарим Тебя. Мы славим Тебя. Аллилуйя, мы так хотим слышать Твой нежный голос. Аллилуйя, Господь, будь со мной. Аллилуйя. Аллилуйя, шикара барабатей. Кира барабатей. Давайте будем возносить наши руки к небу. Аллилуйя, Господь. За честь и слава Тебе, Иисус. Аллилуйя, наполняй. Аллилуйя. Аллилуйя. Шикара барабатей. Все решил для тебя. Все, что тебе нужно, это успокоиться и сказать: Господь, все, что я нуждаюсь, это Твой покой, это Твой мир. Если кто-то потерял покой из-за болезни, из-за какой-то ситуации, зависимости, или, возможно, долгов, или, возможно, какой-то семейной ситуации, есть Господь. Есть Господь, есть Дух Святой, который утешит тебя, который пришел на эту землю для того, чтобы утешить тебя, чтобы успокоить тебя, чтобы дать тебе мир, чтобы дать тебе покой. Возложи свои заботы на Него, ибо Он печется о тебе. Это великое приобретение – находить покой в Господе. Это великое приобретение – найти того и найти взаимоотношения с тем, кто может решить любую проблему, кто может разрешить любую ситуацию. Есть Господь. Аллилуйя. Я благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты дал нам эту возможность находиться в Твоем доме. Ты дал нам эту возможность прилепляться к Тебе. Ты дал нам эту возможность видеть Твою работу в нашей жизни. Я благодарю Тебя, Господь. Я благодарю Тебя, Дух Святой, что Ты приходишь тогда, когда нам тяжело. Ты приходишь тогда, когда, возможно, уже все разрушилось. А Ты говоришь: надежда еще есть. Я прошу Тебя, мой Бог, сейчас за тех людей, кто нуждается в исцелении. Я молю Тебя, Господь, за Симу. Я молю Тебя, Господь, за Лилию. Я молю Тебя, Господь, за каждого человека, кто еще не получил исцеление, за Даниила, брата Игоря. Я прошу Тебя, Господь, во имя Иисуса Христа, прикоснись к этим людям и дай им полное исцеление, дай им полное восстановление. Во имя Иисуса Христа я благодарю Тебя, Господь, что Твоя святая кровь, она прямо сейчас омывает их. Я благодарю Тебя, Господь, что Ты не оставишь ни одного человека без своей помощи.
Я молю Тебя, Господь, сейчас за тех людей, кто нуждается в освобождении от зависимости. Какая ни была зависимость, освобождение во Христе. Твое слово говорит, что если Сын освободит, то истинно свободны будете. Я молю Тебя, Господь, за освобождение. За освобождение каждого человека, кто попал в какое-либо рабство. Я молю Тебя, Господь, за то, чтобы в этом городе началось пробуждение Твоей славы. Чтобы в этом городе просто пришла жажда по Твоему слову. Чтобы Ты наполнял пустые церкви жаждущими, ищущими людьми. Я молю Тебя, Господь, за каждого служителя, за каждого пастора, чтобы Ты укреплял служителей, чтобы Ты давал силы пастырям. Во имя Иисуса Христа я благодарю Тебя, Господь. Я благодарю Тебя, Господь, что в этом доме всегда есть пища духовная. Я благодарю Тебя, Господь, что в этом доме всегда есть, Господь, Твоя любовь, Твоя дружба, Твоя милость. Я славлю Тебя, Господь. Аллилуйя. Аллилуйя.